полузащитник московского ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев попал в сферу интересов итальянского Лацио. Об этом сообщает LaziaPress.it. Руководство клуба находится в поисках замены бразильцу Филиппе Андерсону, который переходит в английский West Ham United. Помимо Дзагоева, итальянцы рассматривают кандидатуру игрока сборной Швейцарии Джордана Шакири, бразильского полузащитника Луана из Гремия, а также аргентинца Алехандро Гомеса из Аталанты. Подчеркивается, что спортивному директору римского клуба Иглитари нравится игра 28-летнего россиянина. Дзагоев провел два матча в составе национальной команды на домашнем чемпионате мира 2018. На 115-й минуте четвертьфинала против сборной Хорватии полузащитник ЦСКА стал автором голевой передачи. Его подачей со штрафного воспользовался партнер по армейскому клубу Марио Фернандес, сравняв счет в матче до 2-2. Россияне уступили в послематчевой серии пенальти со счетом 3-4 и остановились в шаге от полуфинала турнира. Дзагоев выступает в ЦСКА с 2008 года. На его счету 75 голов в 331 матчах за московский клуб. Дзагоев трижды выигрывал чемпионат России, три раза становился обладателем национального кубка. Больше важных новостей в телеграм-канале Лента Дня. Подписывайся.